В разгар вечернего представления из Дворца молодежи сегодня повалил густой едкий дым. Учитывая обстоятельства, к месту происшествия были стянуты немалые силы пожарных, медиков и правоохранителей. С места ЧП репортаж Дарьи Манохиной. Народ разгоняет линию. Жарко во Дворце молодежи стало в разгар данс-спектакля. Многие зрители сначала подумали, что дым – это элемент шоу. Их обещали удивить спецэффектами. Но администрация учреждения уже видела этот спектакль и поняла, что дело пахнет настоящим керосином. Среагировали быстро. 560 зрителей эвакуировали на улицу еще до приезда пожарных. Очень быстро все сделали. Вообще мгновенно просто. Раз и все оказались на улице, я даже сам не ожидал. Так быстро у нас слаженно все сработали. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по Московской, чтобы транспорт не мешал проехать пожарным и скорым. Помощь врачей, впрочем, не понадобилась. А вот на тушение огня были задействованы немалые силы. 17 автоцистерн, 4 подъемника и более 80 человек личного состава. Пожарные выяснили, возгорание произошло в сауне, расположенной на первом этаже Дворца молодежи. Сложностей нет. Главное, благодаря работе администрации эвакуация прошла успешно. Грамотно и быстро? Ну, пока мы еще проверим многие вопросы, но на данный момент все живы, значит, уже успешно. Причины возгорания теперь предстоит выяснить дознавателям. По предварительной версии, в сауне замкнуло проводку. Когда пожарные потушили огонь, для зрителей шоу закончилось окончательно. Данс-спектакль, который они пришли посмотреть, отменили в связи с ЧП, но пообещали повторить. Дарья Манохина, новости 41-го канала.